Не так давно Игорь Николаев отметил свой 60-й день рождения. Хотя возраст уже солидный, мужчина чувствует себя отлично и ни на что не жалуется. У него просто огромный заряд энергии, который, похоже, совсем не расходуется. На личном фронте у него все тоже гладко. Игорь женат на молодой женщине и занимается воспитанием чудесной дочери. Несколько лет назад, практически перед появлением ребенка на свет, артист приобрел шикарный дом, находящийся в элитном районе Подмосковья. Ему понравился огромный участок и наличие удобств. Всего этого достаточно для спокойной и комфортной жизни, без лишних забот. Недвижимость расположена в поселке Барвиха. Стоит отметить, что купить себе дом тут может только реально обеспеченный человек. Ориентировочная стоимость жилья в этом месте составляет примерно 63 миллиона рублей. Николай живет рядом с популярным продюсером Евгением Фридлендом. Соседи быстро нашли общий язык. Сейчас они часто устраивают посиделки и совместные мероприятия. Нередко в их домах проходят вечеринки, на которые заглядывают Филипп Киркоров и Николай Басков. По этой причине соседи иногда слушают самые настоящие концерты. Интересный факт о доме. Когда там проводилась внутренняя отделка, артист наблюдал буквально за каждым этапом работ. С одной из дизайнерских компаний он и вовсе разорвал договор. Совершенно не понравилось качество услуг. По итогу певец нанял других работников, которые уже справились со своими обязанностями на отлично. Немного о планировке. На цокольном этаже расположилась собственная студия Игоря, которую он обустраивал в соответствии со всеми потребностями. На первом этаже находится большая гостиная, в которой всегда с радостью принимают гостей. Кроме того, на этом же уровне есть кухня, зимний сад и бассейн. Помещение для приема гостей обставлено в светлых и коричневых тонах. Простая классика. В середине расположен большой рояль. Мебель в комнате очень удобная и красивая. Конечно, имеется тут и большой стол, за которым можно поесть. Кстати, именно в этой гостиной проходили съемки передачи «Пока все дома», а еще личного альбома. В программе участвовала вся семья Николаева. На втором этаже кабинет и спальная комната для гостей, а вот третий этаж обустроен исключительно для владельцев дома. Там находится уже их спальня. Что касается участка около жилища, он вызывает восхищение одним своим видом. Над оформлением явно очень старались, желая поддерживать все в отличном состоянии. Игорь сотрудничает только с лучшими дизайнерами и садовниками. Буквально вся территория тонет в зелени и цветах. Семья наняла личного специалиста, который поддерживает растения в хорошем состоянии на постоянной основе. Для оформления дома Николаев использовал только натуральные материалы. Чтобы украсить стены, взял картины, изображающие русскую природу. Весь дизайн особняка выдержан в едином стиле, так что одна комната перекликивается с другой. Особый интерес вызывает кабинет артиста. Для этой комнаты он купил старинный антикварный стол из дерева. Также в помещении стоит рояль, сочетающийся по оттенку с мебелью. Все вроде довольно просто, но чувствуется, что у хозяина кабинета есть вкус. Оформление ванной комнаты тоже необычное. Там есть лазурная подсветка и само помещение наполнено мягким светом. Дом обставлен так, чтобы семья Игоря чувствовала себя комфортно и ни в чем не нуждалась. Если попробовать прикинуть, сколько стоит эта недвижимость, то цена впечатлит. Скорее всего, певец отдал за жилье более 60 миллионов рублей. Естественно, это не дешевое удовольствие, которое себе может позволить не каждый. А как вам апартаменты певца? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.